Творческий коллектив «Шэньюнь Пэфэминатс» вынужден отменить концерты в Гонконге, которые должны были состояться в конце января. Причиной этого послужило то, что гонконгские власти отказались выдать гастрольную визу 6 техническим специалистам группы. Согласно заявлению компании «Шэньюнь Пэфэминатс», оформление виз началось еще в октябре прошлого года. Отказ же пришел 21 января, всего за 3 до предполагаемого выезда труппы на гастроли в Гонконг. Обычно весь процесс оформления визы в иммиграционной службе длится примерно 4 недели, однако в этот раз его задержали до 21 января. Прошло 14 недель с того момента, как мы подали первую партию документов на получение виз. Иммиграционная служба обосновывает свой отказ тем, что работу технических специалистов труппы могут выполнить и местные жители. Но общественные деятели Гонконга говорят, что отказ вызван политическим давлением со стороны режима Компартии Китая. Это распоряжение пришло сверху, скорее всего, из Пекина. Власти оказывали давление на Шэньюнь до последней минуты, чтобы не осталось времени для подачи жалобы или обращения в суд. Относительно такого рода поведения я могу лишь сказать – позорное и низкое. Творческий коллектив «Шэньюнь Пэфэминатс» известен тем, что возрождает традиционную китайскую культуру. Культуру, которую разрушала коммунистическая партия КНР. А в некоторых песнях и танцах идет речь о том, что Компартия преследует фалунгун – духовную практику, которая подвергается репрессиям уже более 10 лет. Я шокирован и разгневан, поскольку Шэньюнь – это легальный и очень популярный исполнительский коллектив. Иммиграционная служба Гонконга необоснованно создает ему трудности. Думаю, это большой позор для гонконгского правительства. В Гонконге было запланировано 7 концертов Шэньюнь. Билеты на все представления раскупили уже в первую неделю продажи. Организаторы шоу обращаются к иммиграционной службе Гонконга с просьбой пересмотреть решение об отказе на выдачу гастрольных виз.